Добрый день, друзья! Сегодня программа «Фокус на человека» первый раз выходит в новом формате. Теперь это видеоподкаст. И наш первый гость – кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической психологии Казанского федерального университета, руководитель программы переподготовки и повышения квалификации в Академии практической психологии консалтинга Энжи Анваровна Латыпова. Здравствуйте, Энжи Анваровна. Добрый день, здравствуйте. Итак, сегодняшняя тема нашего подкаста – это поиск нового смысла в браке. Что с ним сегодня? Как говорили в Буратино, пациент скорее жив, чем мертв, или наоборот? И все, что с этим связано, какие у вас видения, наверняка клиентская база большая на эту тему, да, наверняка и студенческие работы приходят, защищаются на эту тему, и, может быть, ваша личная точка зрения на это есть какая-то. Вот обо всем об этом мы сегодня поговорим. И для начала я взяла просто эпиграф из книги Алены Бугаевой, книгу не читала. Книга называется «Брак в 21 веке». Для выживания нам больше не нужен другой человек. Традиции и религиозные предписания отошли на задний план, а вперед вышел сам человек, разумный и выбирающий. Зачем связывать себя узами брака, если на это нет очевидных причин? Сегодня большую часть своих потребностей вполне можно удовлетворять вне брака. И прежние смыслы заключения брака теряют актуальность, а новые нужно искать, возможно, находить. Вот. Новые смыслы брака. О чем идет речь, как вы думаете? Что ушло из брака такое вот безвозвратное? И как искать вообще? Начнем с того, наверное, есть традиционалисты, ортодоксы, и те люди-инноваторы, да, которые, вот, скажем, больше подвластны веянию времени, и, соответственно, следуют этим течениям, направлениям и так далее. Да? То есть я сама, конечно же, тоже склоняюсь больше к ортодоксальной позиции, то есть считаю, что семья – это как традиция, это как база, да, ячейка общества, и, соответственно, ну, то есть все вытекающие из нее последствия. То есть все, что касается воспитания детей, все, что касается темы отношений, что семья должна быть тылом, да, роль мужчины в данном вопросе семьи, что мужчина – добытчик, что женщина – та, которая сохраняет тепло очага, и у нее должны быть достаточно ресурсы для того, чтобы она все это сохранила. Да, вот. Но поскольку мы сегодня говорим про трансформационные процессы и про веяние времени, конечно же, нужно сказать, что как раз вот масс-медиа диктует, в частности, да, новые направления. Как вы заметили, мы говорили о том, что действительно больше 50%, да, обращающихся – это тема отношений. И когда ко мне приходят на консультации, например, женщины, мамочки, да, то есть я когда с ними разговариваю, то есть это женщины, у которых по пятеро, трое детей, и они стремятся, скажем, такой блогерской направленности, да, поскольку для того, чтобы быть включенным в социальный контекст, да, то есть женщина не согласна только быть, скажем, киндеркюрхе и да, церковь. То есть третья, да, у нас ребенок, церковь, кухня, да, церковь, да, да, трика. Вот, то есть, конечно же, хочется и самореализации для того, чтобы поддержать достойный разговор, да, со своим супругом, утвердить свою самоценность, выразить себя как личность, да. То есть, поэтому здесь мы говорим о том, что женщине уже не нужно выживать, да, то есть и мужчине не нужно выживать. Поэтому вот этот смысл действительно, наверное, он даже связан с изменением линии поведения женщин. Да. Женщины не согласны просто так сидеть дома и, скажем, обеспечивать базовые потребности семьи. Да. То есть вот с чем это связано? Можно сказать, что это вот веяние масс-медиа, да, то есть общего, как бы общей тенденции. Для меня это однозначно. Да. Именно влияние масс-медиа. Влияние масс-медиа. То есть женщина берет на себя образ женщины, жены, которая вот очень активна, это часть ее деятельности, которая приносит ей хороший доход, и даже иногда больше, чем у мужа. И, соответственно, здесь она чувствует, что она реализована. И, ну, то есть это хорошо, что если у нее есть вот эти базовые традиционные ценности, тогда в любом случае ее активность правильно будет регулироваться и балансироваться. Но если, скажем, нет базовых традиционных ценностей, что все-таки семья – это большая ценность, да,
И есть этапность развития семьи, да, то есть есть кризисы, то есть это mm-hmm. нормально все, то тогда, конечно, если женщина этого всего не видит, то она отрывается, да, в свой какой-то полет, и это приводит очень быстро к разводам, да, потому что она понимает, что она зарабатывает больше, да, то есть mm-hmm. она летает бизнес-классом, то есть муж даже себе такого позволить не может, да, то есть, соответственно, она говорит, ну зачем мне, вот последний случай как раз, зачем мне такой муж, который не может мне купить, скажем, билеты или достойно обеспечить мое существование, если я могу обеспечить его сама и своим же детям. То есть идут уже разночтения. Mm-hmm. Поэтому, мне кажется, ну ни в коем случае нельзя вот традиционный формат семьи его разбивать и поддаваться на различные масс-медийные, провокационные, скажем, блогерские течения, направления, mm-hmm. да, то, что идет трансляция с Запада про трансгендерные различные взаимодействия и так далее. То есть, наверное, сейчас пришло время для масс-медиа как раз одна из основных задач – транслировать традиционные ценности, чтобы мы могли на что-то опираться, потому что Россия – это страна традиционных ценностей. Вот как раз по поводу того, на что опираться, я абсолютно с вами согласна, что есть в этом, вот в том, что семья это в некотором смысле ортодоксальная вещь, она должна такой оставаться, но как будто она требует сейчас все равно каких-то изменений внутри, которые неизбежны. Вот даже то, о чем я вам говорила, по поводу статистики, да, mm-hmm. вот статистика говорит о том, что к концу 2021 года или там 2022 год количество разводов по отношению к количеству заключенных браков практически mm-hmm. приравнялись. То есть сколько разводов, столько и сколько браков, простите, столько и разводов. Да, это да. Удивительно. Это совершенно ужасающая, на мой взгляд, да, цифра. Это реалии жизни. Да. Это реалии жизни. То есть это говорит о том, что каждый, ну, скажем, современный человек, то есть он, ну, достаточно легко относится к браку, то есть как выпить чашку кофе, наверное, да, то есть сходить, вот. Пропутешествовать, да, вот. То есть как некое путешествие, приключение в своей жизни, то есть не неся никаких обязательств, да, то есть и молодые люди ведь так и договариваются, давай не будем друг другу, то есть ничем обязаны, да, то есть у нас будут такие некие свободные формы отношений, да, которые даст возможность встречаться мне с теми, с кем я хочу, да, то есть открытый тебе встречаться, брак, открытый брак, да, да. Угу. То есть тебе встречаться, да, там с таким, ну, с угу. тоже, с кем ты хочешь, то есть я не буду препятствовать. Вот. И тогда, конечно же, вот этот пример, наверное, да, здесь есть и конструктивное зерно, но все-таки степень свободы, она должна быть, опять же, требует осознанности. Осознанности, любая да. степень свободы требует осознанности. Где ответственность, да, за mm-hmm. это, где границы этой ответственности, когда мы говорим про такую свободу. То есть mm-hmm. моя свобода, она для чего? Да, mm-hmm. для чего мне нужна? То есть наш брак, он созидается от этой открытости, да? То есть появляются дополнительные ресурсы для саморазвития, да? То есть мужа и жены, для развития детей, да? Для такого творческого отношения, да? То есть mm-hmm. в семье. Mm-hmm. Вот. Или же это получается как уход. Поскольку я не могу решить сложившиеся проблемы, то есть легче избежать их, mm-hmm. переключив свое внимание на каких-то других личностей, другие процессы, и, соответственно... Да, метод избегания. Снять напряжение, да, снятие угу. напряжения. Вот, ну, смотрите, человеку, который вырос в традиционной семье, например, молодой человек, угу. и которого сценарий родительских отношений не очень устраивает, ему нужно, получается, понять, что не устраивает, и как найти то, что устраивает тебя. Притом мы с вами помним, что если человек... ну, не идет, допустим, к психологу, не разбирается с этой проблемой, то он автоматически все равно начинает вот этот сценарный, семейный сценарий повторять. Человек может не стать алкоголиком, как его отец, но точно так же вместо запоя уходить в длительные командировки, да? Точно так же бросая семью на какой-то да, период. Да, такая замещающая форма поведения. Замещающая форма, да, которая встречается сплошь и рядом. Угу. Самое главное, наверное, понимать, что делается, да? Что человек делает таким образом, да? То есть своим поведением, то есть он снимает напряжение, старается избегать контакта, и на самом деле решение, задача. Да. То есть он откладывает решение, думая, что сама проблема по себе рассосется. Но угу. такого не происходит. В любом случае жизнь столкнется с этой ситуацией, и нужно будет ее рано или поздно решать, а лучше рано, чем поздно. Угу. Соответственно, здесь вот просто нужны психические силы, нужна психическая энергия.
То есть вот для того, чтобы идти вот и как бы по-взрослому, да, разговаривать друг с другом, решать задачи, ставить эти задачи. Как будто вы сейчас говорите о том, что все-таки брак, как бы это банально ни звучало, это поступок, который должен... Шаг зрелых людей, собственно Конечно. Говоря, да? И основная проблема в том, что человек не зрел и не хочет расти вот внутри этого брака, боясь сложностей, сталкиваясь с ними, не находя каких-то путей выхода, путей взросления из этого, да? И очень много я еще на форумах посидела, да, вот там, где люди говорят о своих семейных проблемах, о желании развестись. И вы знаете, прям вот красной нитью через вот многие эти обращения проходят: я ничего не хочу делать, я не хочу ничего менять, я не хочу работать, я не вижу своего мужа, я вижу только свои проблемы. Или наоборот, я вижу только свои проблемы, не вижу своей жены, не вижу детей. И вот эта вот тупиковость какая-то, когда человек не знает куда. Вот он уже в браке, он уже понимает, что куда-то не туда он идет, да? Что вот этот сценарий либо его жены, он ведет его не туда куда-то. Понятно, что можно обратиться к психологу, да? Но я правильно понимаю, что вот из этого тупика просто так, ну, ты не сможешь выйти? Ну, здесь, наверное, нужно, чтобы у тебя произошло какое-то осознание, осмысление. Может быть, даже какая-то иногда бывает трагедия, да, которая помогает переключиться и как бы проснуться от этого сна. Потому что, то есть человек вот жил в семейной системе родителей, и он выходит замуж или женится, и попадает, и уже как бы это и есть продолжение его родительской системы, системы, где муж воспринимается как отец, папочка, да, такой, или мамочка, да. Вот, соответственно, здесь же нужно вот эту внутреннюю перестройку делать, где сам человек, взрослее, он как бы из родственных отношений, вот из этого своего родительского семейного тепла переключается и принимает, да, вот эту вот данность, что муж и жена – это чужие, да, отношения, где есть определенные дистанции, договоренности, и их нужно соблюдать. Если ты не будешь их соблюдать, то здесь вот будет все... Система не выстроится. Это очень важный первый этап, который очень важно, ну, правильно пройти. Тоже, это первый, знаете, год. На форуме прочитала девочка, она пишет, молоденькая, видимо, совсем, что хочу замуж, хочу платье, хочу свадьбу, хочу шикарные фотографии, а дальше хоть трава не расти. А, еще там было, значит, свадебное путешествие. А дальше, ну, вот, будем жить хорошо, не будем жить. Ну и ладно, как говорится, вы понимаете? Конечно, сплошь и рядом это. Например, уже в 3 года я слышу у детей в детском садике, когда мальчик, да, подходит и говорит: вот я хочу жить, да, вот с Марьям, да, то есть я вот хочу, чтобы мы вместе жили. Вот. А мы уже так это просто как родители представили, что это будет за картина. Вот здесь примерно так же, да, но чем отличается, да, то есть желание, вот оно же не обоснованно. То есть просто есть желание и все. Хочу конфетку. Правильно, а что там, конечно. А что там за ним дальше? Да. Хорошо. И вот это, ну, вот ближе, если продвинуться к смыслам новым, да, если вы говорите раньше, да, вот в традиционном виде это муж-добытчик, жена обеспечивает уют, комфорт и так далее, да, то есть как бы есть еще такой образ: мужчина как центр, вот такая точка, а женщина это вот заполняет все пространство вокруг него, гармонизирует и так далее, да, такая классическая точка зрения. Но если мы говорим сейчас о том, что время меняется, и сейчас женщина зарабатывает точно так же, как мужчины, и нет сейчас необходимости стоять у кухни, у плиты, да, все можно купить, заказать и так далее, он все равно требует каких-то вот новых смыслов, чтобы люди начали не бояться быть открытыми, что ли, друг другу, да? Потому что такое ощущение, что в брак все равно закрытым вступают люди. Вот все равно. Вот я люблю тебя вроде как, я без тебя не могу. Так закрытая система, вы имеете в виду? Да, закрытые друг перед другом. Да. Вроде закрытый у нас есть секс, другом. У нас все нормально, но я при этом остаюсь закрытым для тебя. Ну нет, наверное, глубины и нет знаний. Я думаю, что все-таки должна быть специальная спецподготовка, я говорю, для того, чтобы выйти замуж, жениться. То есть мы вот часто с коллегами тоже шутили, да, что курсы мужевождения, курсы женовождения, да, то есть потому что нужно знать правила, чтобы не, это не столкнуться, да, то есть чтобы не было никаких аварий, то есть как предопределить эти аварии, да, что делать в аварийных ситуациях, да, где этот чемоданчик скорой помощи. Ну вот все об этом, то есть это очень важно. Правильно выстроить. И когда у тебя есть уже дорожная карта движения, ты, соответственно, у тебя есть права на вождение, да, то есть ты идешь, садишься, там, совместными усилиями,
время, да, вы приобретаете автомобиль, это общая энергия, да, общее желание, и движетесь по тому маршруту, который вы заранее оговариваете. И я так считаю, что у каждой пары это свой смысл брака. Потому что у кого-то это действительно отношения. Отношения, да? То есть отношения, понятно, что это базис, основа основ. Отношения должны быть, ну как должны быть, они, ну как, дружеские, да, хорошие, эмоциональные, вот скажем, взаимопринятие, умение договариваться с другим человеком, да? Если все это как бы соблюдено, то тогда действительно я понимаю, что если мои договоренности соблюдаются, то есть тогда мы идем дальше в наш проект. А если договоренности не соблюдаются, тогда мы можем быть просто приятелями. Это один из критериев, да, то, что мы входим в этот проект. Мне кажется, что есть два вопроса, которые важны для любой эпохи. Если ты действительно собираешься вступать в брак, да, почему ты это делаешь и для чего ты это делаешь? Да, да. И нужно найти именно свой смысл жизни, не тот, который ты прочитал, который ты увидел. У тебя могут быть идеалы, которые ты видишь действительно в масс-медиа, ты видишь на телевидении, или у тебя есть любимая, скажем, книга или какой-то фильм, где транслируется эта модель отношений. Но всегда нужно исходить из себя, да, какой ты, подойдет ли это тебе, сможешь ли ты через это все пройти, насколько это обогатит вообще твой жизненный путь. Поскольку семья, наверное, хотелось бы, да, чтобы это была все-таки опорой, да, такой защитой, ну, в каком плане, что это комфортная среда, здесь не нужно выяснять отношения, здесь не нужно как-то конфликтовать друг с друг другом, да, то есть, наоборот, восполняться ресурсами, да, то есть для того, чтобы совершать великие победы и свершения, или же, наоборот, переходить вот в это семейное наследие, когда мы формируем, поддерживаем традиции, которые нам перешли от родителей, от предков, и передаем их далее, да, своим детям, обучая, образовывая их в рамках семьи нашей, где семья является таким институтом как бы образования. Получается, что если я выросла в очень хорошей семье, и я полностью согласна с традициями, в которых я выросла, я спокойненько принимаю эти традиции и строю свою семью вот на этих традициях. И у меня нет никаких сомнений. У меня все как бы, я счастлива в том понимании, в котором я выросла, в той семье, в которой я выросла. Совершенно спокойно допускаю, что там семья была и любовью наполнена, и взаимовыручкой, и доверием, да? Ну, такие, как вы говорите, наверное, одна на тысячу. Ну, ладно, пусть побольше. Но ну, дай бог, да, чтобы побольше только было таких семей. Конечно, но задача, наверное, психологическая. Но я такую семью только одну встречала вот за свою жизнь. Вот прям вот, которая полностью соответствует вашему описанию. Но большинство, то есть, да, другой процент, это как раз вот те семьи, дети которые говорят, я не хочу такую семью. Я хочу. И вот у них как раз есть возможность найти тот новый смысл в тех семьях, которые они, может быть, когда-то все-таки захотят сформировать. Да? И вот этот новый смысл, это первый, как я правильно вас поняла, это отношения. Да? Угу. То есть мы делаем акцент не на том, кто там мамонта, простите меня, завалил, а кто шубу из шкур сшил, да, а на том, какие между нами отношения. И это тоже про то, что в каждой наружке свои зверушки, да, как бы мы договариваемся, и я, получается, должна такого партнера найти, которого будут интересовать. Это самое сложное, да? Да, в браке именно отношения, которые для него будут важны. И поэтому, наверное, вот девушку, как раз девушку, да, женщину нужно воспитывать как раз в том ключе, чтобы она могла находить, да, видела, скажем, тип людей, да, кого ей выбирать, как ей выбирать. И мы знаем, что даже во многих, да, то есть случаях выбирают именно родители. То есть это вот традиционные, да, такие семьи, где выбор осуществляется родителями. То есть, например, мы говорим про православие. В православии основе всего лежит любовь, да, а в исламе, то есть здесь речь не стоит о любви, да, здесь речь говорит, ну, говорится как раз о том, что у каждого там есть свое предназначение и больше... Больше социальный акцент такой, да? Да, ну да, то есть насколько, чтобы мужчина мог действительно...
обеспечить свою жену, да, то есть он как бы берет на нее ответственность, заберет на нее ответственность, здесь уже вот за ответственность предполагается, ну, то есть все вышесказанное. Угу. То есть у нас еще такая сложность, как разные культурные конечно, коды, разночтения. Разные культурные традиции, да, да. Ну, есть как бы такая надстройка, ну, вот то, что вы говорите, вот исламская традиция, православная традиция, а есть некая надстройка, да, сегодняшнее поколение, какое оно считается уже Z или какое, я уже сбилась со счета по буквам, которые вышли уже из этой среды, и вот они формируют тот смысл. И вы сейчас очень хорошую вещь сказали, что девушка должна понимать. И по поводу вот девушки, которая должна выбрать, я хотела пример привести тот фильм, о котором я говорила, да, терапевтический фильм, на одной из групп его рекомендовали посмотреть, та самая «Сбежавшая невеста» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс, где девушка не могла выйти замуж, в последнюю минуту сбегала со свадьбы, вот все-таки самость заставляла ее это делать, да, потому что она не могла понять себя, кто же ей на самом деле нужен, не могла понять себя, не могла выбрать правильного человека с собой. То есть сначала определяемся с собой, потом только понимаем того, кто нам нужен на самом деле. А как вы считаете, вот в этом новом смысле брака женщина выбирает или мужчина? Ну как, да, то есть это опять же такая извечная тема, да, что вперед, курица или яйцо. Да? По-разному. Потому бывает. Что это же взаимо, притяжение. Да, все-таки это взаимо, да, взаимо. Здесь должно быть все-таки это все взаимо. Вот. Ну, как женщина, девушка готова, да, то есть она как всячески показывает, да, свою готовность, то есть, ну, как а мужчина, который уже понимает, что вот он искал, да, и он именно ее выбирает. То есть, когда их взгляды встречаются, наверное, вот это и есть повод для того, чтобы начать знакомиться. То есть, на каком-то интуитивном уровне выбор осуществляется. Или же раньше в деревнях, то есть, пританцовывали, подтанцовывали. То есть, это были пляски, дискотека. И тот ритм человека, который тебе созвучен, именно вот на физическом уровне, является самым лучшим твоим партнером. Вот. Но, опять же, мы не знаем, какой у него социальный мир. Может быть, это получается какой-нибудь коневод, да? Девушка получается из какой-нибудь, не знаю, там... Ну да, это мезальянс какой-то может получиться. То есть тоже это все понятно, что поэтому мы говорим про разные уровни семьи тоже, да, совместимость на физиологическом уровне, да, психофизиология, на эмоциональном уровне, да, на интеллектуальном уровне, на духовном уровне, на культуральном уровне. Вот, то есть очень много здесь как бы вот этих пластов. Поэтому, наверное, здесь нужно, чтобы у человека уже был, да, то есть вот этот интеллект социальный, эмоциональный и умение выстраивать взаимоотношения. Потому что это труд созидания двоих людей. Нет готового мужа, нет готовой жены. То есть мы создаем. Да, создаем. Да, мы создаем вместе. И вот тоже цитата из этого же фильма в самом конце, когда они что-то вроде клятвы было, да, она говорила своему избраннику, что я точно знаю, что будут тяжелые времена. Я точно знаю, что может наступить день, когда кто-то из нас захочет уйти. Но я точно знаю, что там я не буду счастлива, если я тебя не попробую, там, не позову в брак, не сделаю тебе предложение и так далее. Да? То есть четкое понимание того, что не будет такого, что все белое, безоблачное, розовое, голубое, такого, конечно, быть не может. И вот, кстати, по поводу новых смыслов в браке, один раз ко мне приходил на интервью молодой человек, он интересно очень рассказывал, он на тот момент был дважды папой маленьких еще сыновей, и он говорит, до рождения детей, даже уже будучи в браке, я был, ну, как он сказал, сам про себя полный просто балбес. Вот. Без царя в голове, что на уме, то и на языке и так далее. В общем, бесшабашный какой-то такой образ жизни, видимо, вел. Тут рождаются дети, и, как вы сказали, что-то такое должно произойти. Вот что-то такое у него произошло, и он увидел этих детей, буквально увидел. Вот неформально, буквально. И у него, он говорит, у меня появилась мысль, что как это так? Я отец. Это мои дети, и я как должен пропустить, как они растут, как они начинают улыбаться, как они начинают ползать, как они начинают ходить, как они начинают бегать. И он настолько стал отцом, что он их моет сам, он их кормил сам. Он, значит, на пробежку берет ребенка с собой, берет и там пеленает его на скамейке. Ну, такой вот. И он сказал, что сейчас он говорит о том, что когда дети говорят, не дай бог,
папа узнает, убьет меня, это, ну, кошмарная фраза. А у меня неприятности, надо позвонить папе, это вот то, что должно быть в идеале. И этот человек уже вот как раз из новой семьи, со, с новым смыслом, да? Да. Они зарабатывают оба, они воспитывают оба, они оба полностью в процессе, вот в этих отношениях внутри семьи. И они, может быть, не так разбрызгиваются на внешний мир, сколько вот внутри себя, внутри этого мира, они вот такие вот собранные очень. Угу. Вот для меня это прям про новую семью какую-то. Это здорово, да, когда такое случается, угу. Да, потому что, например, вот если говорить там про наши отношения, да, с супругом, то есть мы тоже, да, когда встретились, договорились, что это будет некий проект, угу. Да, как проект, вот, то есть вот он сейчас начинается, да, ну, а сколько он продлится, это же ответственность наша. Ну да. 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 Вот, проект и... может быть завершен, а может быть не завершен. Да, да, а да, что да. Такое завершенный проект тогда в этой ситуации? Завершенный проект, ну не получилось, да. Все. А может наоборот? Да. Завершенный — это когда вы вместе прожили интересную жизнь, испытывая друг другу интерес до, да. До увядания, до ухода. Да, 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 конечно, это взаимообогащение, это и личностный рост, когда ты помогаешь друг другу, да, то есть в решении своих задач, в личностных плане того, что выслушать, да, по-человечески, удовлетворяешь эмоциональные потребности друг друга, когда ты можешь профессионально поддержать человека, да, вот, заинтересоваться, что он делает, сказать, слушай, расскажи, вот как у тебя там, да, как твое написание твоей книги, или как там твой проект сейчас идет, расскажи. Ребенок тоже слушает, да, то есть, соответственно, он тоже понимает, что папа занимается чем-то важным. Вот, и в отношении мужа тоже. То есть это вот как проект, который, оно здесь нужно тоже смотреть, да, чтобы не было такого перетягивания, да, то есть чтобы были все довольны. Это же тоже, ну, как бы оно может в какой-то момент быть искусственно, да, там у тебя нет сил, да, то есть там, вот, но ты находишь силы для того, чтобы выделить внимание, да, и потом ты вовлекаешься в это, вот, и это становится частью. Жизни. Как будто вы сейчас говорите о том, что людям постоянно должно быть друг с другом интересно. Да, ну да, это получается, видите, как здесь, наверное, понимание, что вот, наверное, знаете, как мне нравится такой момент, что каждый раз, да, то есть если я говорю, например, выйти замуж, да, ну там, для женщины, и я как бы каждый раз выбираю своего мужа, то есть я бы его и сейчас выбрала. А, то есть вы вот, как бы, если второй раз, третий раз задаете этот вопрос, то вы все время выбираете. Да, да, да. Вот, наверное, вот быть в таком состоянии каждый раз в отношении друг друга, чтобы выбирать друг друга, что, да, то есть не так, что там я сожалею о своем выборе, да, то есть почему-то оно, ты перестроилась на новый этап, да, потому что мы же каждый раз, каждый день меняемся, наши клетки обновляются, да, то есть наши мысли обновляются, да, опять же, там новые, ну, среда там, да, и так далее, что-то происходит в мире. Да, там какие-то явления. Вот, соответственно, ты тоже меняешься с этим. И меняется твой партнер, меняется твой мужчина. И вот как-то получается в этом, ты, может быть, понимаешь, да, что одна тема интересна, да, а другая, может быть, тебе, ну, не, ну это, может быть, не твоя тема, но ты можешь выслушать это тоже, потому что ты любишь человека. Вот, вот все-таки ты его любишь или ты его... видишь как уважаешь, партнера. Уважаешь, здесь уважение. Здесь именно, да, здесь все-таки вот уже момент включается, и уважение тоже, да. Вот, то есть любовь такая спокойная, да. Получается, вот мы с вами назвали два смысла. Первый смысл, новый смысл, это вот отношения, то есть акцент на отношениях внутри пары, да, внутри семьи. Второй смысл мы с вами сказали, что это вот законченный проект, здорово сказали, что, ну, как бы, есть возможность он стать проектом. Он, наверное, не законченный, тогда он идет, проект длиной в жизнь. Ну да, такой интересный проект, да, который, да, да, длиной в жизнь, когда ты наблюдаешь не только, ну, вообще всю жизнь рядом друг с другом наблюдаете, и то, как вы взрослеете, как вы меняетесь, как растут ваши дети, что происходит дальше, вплоть до процесса, как говорится, увядания. Да. И третий, вот, наверное, как будто это все-таки
в рамках партнерства, в рамки партнерства больше укладывается, да? Ну, партнерство, да, как угу. уважение к тому, что делает другой, то есть его, к его социальной жизни, угу. к его реализации, к его творческой части. А вот как баланс привязанности и независимости вот в таком браке, в новом формате формирует, ну, устраивается? Ну, это, наверное, опять же, вот эта установка, да, что мне с тобой хорошо и без тебя хорошо. По сути, ты живешь, да, ты живешь своей жизнью, и ты в каком-то плане не меняешь свои планы, профессиональные планы, да, планы реализации, потому что тебе говорит твой другой человек, да, любимый человек, твой партнер о том, что нет, это неправильно, я не считаю, что это так. Здесь, да, может быть, даже иногда нужно поспорить, да, чтобы отстоять какие-то свои ценности и границы. Вот потому что, ну да, это игра такая, да, получается, где-то, может быть, человек, ну там близкий человек, муж там, да, хочет повлиять на себя, но здесь тоже, что за этим стоит, или помощь, или желание власти, да, то есть над тобой, то здесь тоже это моменты нужно видеть, смотреть и, соответственно, идти, да, то есть как профессионал ты идешь своей дорогой, если, конечно, ты нашел эту дорогу, если ты есть профессионал. Если не успел сформироваться как личность, здесь это сделать сложнее, на мой взгляд. А можно ли из обычной семьи, традиционной, скажем так, не совсем уж деструктивной, но, как мы сейчас говорим, не очень, скажем так, условно деструктивной семьи, можно ли молодому человеку или женщине построить вот такой вот брак, наполненный новыми смыслами, не проходя через психотерапию или через обучение? А почему нет? А что мешает? Ну, багаж вот этот вот. Негативного, да, опыта? Да. Неумение строить, в принципе, отношения, потому что их не было в базовой семье, в родительской семье. Неумение доверять себе, неумение доверять людям. Или это все-таки возможно? Вот я как будто вижу, что там вот туда дорога через психотерапию обязательно. Ну да, здесь получается все равно должен быть какой-то образ, или тогда должен быть какой-то наставник, или очень сильный идеал, через который ты проходишь. Но можно ли пройти через это одному? Вдвоем. Вдвоем. Скорее всего, если люди вообще, если человек из вот этой традиционной семьи, обычной семьи, которая не устраивает молодого человека, и он хочет найти новый смысл в своем будущем браке, ему нужно пройти психотерапию, и он туда идет. Только так? Ну вот по моим случаям я вспоминаю, нет. Да, то есть только так получается, только так. Да. Религиозные пары, которые вот, ну скажем, проходили вместе, да, то есть очень много, ну даже несколько лет подготовку сначала добрачную, да. То есть они, скажем, работали с психологом-наставником и еще плюс духовником. То есть у них было там, скажем, они православные, да, люди ходили, да, на все причастия, да, то есть на все церемонии. То есть это то есть и объединяло. Они вот такие оцерковленные прям, да? Да-да-да, и они вот выстроили именно такие церковные отношения и, соответственно, воспитывают детей именно вот в этой традиции. В любом случае, наверное, школа или традиция какая-то должна быть у человека, чтобы была опора. Если у человека совсем нет ничего, если он весь разобранный, как он может собрать? Если он один разобран, то когда двое разобранных собираются вместе, хаос усиливается. Да, это да. Гораздо сложнее. Поэтому нет. Наберу смелости сказать нет. А вы знаете, одно время же был при ЗАГСах, у меня даже туда работать звали, при ЗАГСах были психологи. Которых нужно было пройти в обязательном порядке, если ты подаешь заявление. В принципе, идея это хороша, потому что если люди пришли подавать заявление, и им психолог говорит, задает вот эти два вопроса, почему вы хотите вступить в брак и для чего, или некоторые говорят, зачем, то, наверное, очень много пар этот вопрос поставит в тупик. А может быть, даже и скажет, там, может быть, мы поторопились, может быть, там действительно не надо пока вступать в брак. Да. Количество разводов может, конечно, уменьшиться. Вот казалось бы, от такой, в общем-то, незначительной. Ну, наверное, уже когда заявление подаешь, это поздно делать. Все-таки нужно начинать с семьи. И тогда большая нагрузка ложится на родителей, да, которые должны понимать, что тоже они сейчас могут задать детям своим. Формируют, да, образование, потому что уже в 3-4 года, да, ребенок задает вопросы, а почему, да, а зачем, да, то есть... Вот, да, вы с папой поженились, да, что там, как, а где я была, да, то есть в этот момент. То есть это вот история, которая важна, да, то есть грамотно рассказать, да, то есть уже закладывая первые смыслы, ну, как бы в словах, чтобы ребенок понимал.
И мне, вы знаете, на самом деле очень нравится вот в этом новом типе брака или в новом смысле брака вот эта тема отношений, потому что для меня это про то, что в традиционной семье там мужчины не плачут, да, вот это вот все, женщина тоже какие-то функции традиционные, а вот в новых как будто бы, я даже цитат на эту тему нашла, вначале похожую очень подходящую, вначале это точка зрения про отношения, про то, что люди внутри могут показывать свои эмоции, показывать себя. Казалось немного наивной, избыточно человечной, но достаточно быстро стало понятно, что именно этого и не хватало. Вот как раз этого не хватает в отношениях, в семьях, и как раз вот прямо жажда вот этого, да, чтобы тебя трогали, чтобы тебя слушали, чтобы на тебя смотрели вот так вот в глаза, и вот в новых вот этих смыслах как будто такой возможности больше. Ну, конечно, да, то есть базовые потребности в любом случае, они нужно их удовлетворять, да, поэтому это же тоже один из смыслов брака, да, поэтому я думаю, что это нужно все оставить. И еще, да, то, что вы сказали по поводу того, что трудно или почти невозможно найти человека, который полностью соответствует или полностью обладает качествами там, хорошего или там, отличного супруга. Вот это ваш термин здесь, про проект здесь, наверное, звучит. Как это тоже вот в плане выбора супруга, да, то есть очень, ну, как бы ты изучаешь, да, ну, как рекомендации, наверное, да, молодому поколению, изучить свою систему требований, ожиданий, соответствий, да, может быть, прописать на листке или со специалистом, да, какие у тебя требования к себе, какие требования у тебя к мужу, да, какие будущему мужу, какие требования у тебя, ожидания к себе и ожидания к супругу, и как бы идеальная модель, да. Ты как идеальная жена, и он как идеальный муж, как бы что у тебя в голове формируется, да, вот, и посмотреть, насколько ты сама соответствуешь в первую очередь, да, вот этим всем требованиям, чтобы это все-таки немножко снять требования с другого, а на себя их обернуть, да, вот, и потом уже понимать, что где ты такого можешь супруга найти, да, наверняка он где-то живет, да, и тогда какой будет смысл брака, если у тебя есть такие требования, это что за люди это получается, встречаются друг с другом, вот. И когда я вот поняла, да, свое как бы вот видение у меня, например, по этой методике все совпало, поэтому я ее смело рекомендую, да, что нужно в первую очередь сделать, потом второй вопрос, на который нужно ответить, какие отношения ты хотел бы. То есть очень часто, да, психологи говорят, опиши идеальную модель. Здесь модель не надо описывать, нужно описать отношения. То есть это больше романтические отношения, не знаю, там больше какие-то там профессиональные там что-то, или там страстные, сексуальные, да, там. Хотя это тоже все со временем оно трансформируется в некую нежность, глубину и качество, да, то есть вот, соответственно, получается, вот, то есть тоже ответы на вопросы, которые нужно задавать. И после этого, да, то есть методика обо всем забыть, да, и выйти на улицу, и как у нас была такая даже женская группа, где мы говорили, ну вот, все, теперь иди, и кого ты первым встретишь, это и есть твой муж. И действительно бывало, ну, такая, понятно, что это тренинговая игра, да, то есть где ты уже, когда у тебя есть внутренняя настройка, видишь именно тот тип человека, который у тебя сформировался в результате вот этой работы. Да, то есть тот, который не подходит, ты его даже как будто бы не увидишь. Да, не увидишь ты его, да. В принципе, это опять же про тебя, да, то есть ты настраиваешь внутри сначала параметры себя, все это вот, вот, и потом с этими требованиями тоже, ну, там, если... Женщина, девушка слишком требовательная, опять же, нужно вернуть требования к себе, да, то есть не к мужчине, потому что партнеры убегают от тех, кто слишком требует, да, то есть все-таки, в первую очередь, что ты можешь дать. От всего слишком убегают. Да, от всего слишком. Да, слишком любит, слишком требует, слишком... Слишком зависим, слишком привязан, давит, да. И так далее. На самом деле, брак прекрасен. Его не надо бояться, потому что он дает как раз ту опору, может дать, которой тебе не хватает в жизни. Что ты можешь на всю оставшуюся жизнь вырастить вместе с собой, растя вместе, своего спутника, своего партнера, своего друга, своего самого близкого человека. И это такая опора, которую ты, ну, с которой вы растете вместе. Да, и это да. Прям вот. Не про одиночество, да? Конечно. Да, к этому можно отнестись как вообще, то есть есть один подход такой по-рабочему, а есть, предположим, профессиональная позиция, роль жены, да? И ты, получается, как жена, да, то есть ты тоже узнаешь
скажем, у своего работодателя, у мужа, да, то есть его перечень, скажем, который ему бы хотелось, и, соответственно, к этому можно отнестись именно вот такая, может быть, у вас игра. То есть, как игра, да. Да, да, то есть это можно из этого сделать, там, внутреннее содержание, внутренние какие-то элементы вносить. Что ты понимаешь, да, что ты, если ты это сделаешь, да, там работу, да, то все будет хорошо, да, то есть и уже ты сам определяешь это требование, да, то есть если ты хочешь в доме уюта, то есть ты его и создаешь, потому что это часть твоей работы, как бы она негласна, но подписана, да, то есть муж тоже, он знает свои обязанности, свою работу, поэтому он все тоже создает. И каждый уже знает, да, то есть... Если бровь пошла наверх, что значит недоработано? А, да, сейчас там все. Как в анекдоте. И в завершении нашей передачи я бы хотела, чтобы... Ну, вы, на самом деле, сейчас чудесные рекомендации дали уже по тому, как, не боясь входить в понимание того, что, да, я, наверное, хочу брака, да, я хочу понять, что я хочу, кого я хочу, что я вообще могу дать сама в этом браке, да, и на что я готова, как говорят, подписаться, да, сейчас. И это очень важная рекомендация. И для меня вот важная вещь прозвучала про то, что все-таки я для себя услышала, что браку быть вот в той концепции, которую вы сейчас сказали, да, базирующаяся на традиционном браке, берущая из него все самое лучшее, это у нас, мы все любим, да, разрушить до основания, ничего потом не придумав. Зачем? Когда мы можем взять лучшее, да, и потом доработать его своими новыми смыслами, своими собственными смыслами наполнить и развиваться в этих отношениях. Вот про развитие, про интерес прям очень здорово. Да, да. Если мы обговариваем, что вот это уважение, и кто по-разному говорит, кто-то говорит, что это любовь, кто-то говорит, что это уважение. Неважно. Да. Суть одна, да? Что вам хорошо от этого обоим. Да, тяжело, да, сложно. Но это то, ради чего можно вот эти трудности выдержать. Ну, в общем, мы с вами замечательно брак сделали. Да, за брак. Передачу. За брак, да. И за осознанный брак, да? За осознанный брак, за взрослый брак, за зрелый брак. Очень много смыслов раскрыли, я думаю, что сегодня. Поэтому здесь на выбор, да? Поэтому вроде бы как говорят, что это ограничение свободы, на самом деле это такое место для творчества. То есть столько здесь смыслов уже перечислено сейчас. Пожалуйста, выбирайте любой, какой вам по душе. Да, выбирайте любой смысл, стройте свой брак, развивайтесь, будьте интересны друг другу, открыты друг другу. И в этом, наверное, залог успеха. И, как говорится, и здоровье. Да, и будет вам счастье. Вот наш первый подкаст закончился. Спасибо вам большое, Энжан Варн, что вы пришли. И до новых встреч с вами, в том числе в этом студии, с какой-то новой темой. Всего хорошего. До свидания. До свидания.